Приветствую, уважаемые друзья, по просьбе подписчиков снимаю. Вот бывшее помещение типографии. Это клуб. Здесь выступали артисты Пугачева. Вот. И другие знаменитые в период ликвидации аварии. Райком комсомола. Вот там за углом сейчас стоит было помещение. Райком партии, почта центральная, памятник Ленина. Вот райком комсомола еще с такого ракурса. Здесь вот была целая улица домов, я помню еще в 92 году, когда приехал первый раз в Чернобыль. Все снесли тракторами, сделали парк. Вот это здание столовой. Это мы идем по улице Советской в городе Чернобыль. Вот это была общественная столовая. Двери такие, витражные окна. Ворота вот такие приметные. Воротище, можно сказать. Это здание было прокуратуры. А нет, городской суд. Да, это городской суд был точно. Помню, здесь сейчас вывеска есть такая, еще покажу. Чернобыль декоммунизация не касается. На Чапуренко вот такой вот есть табличка. Это сейчас вот здесь спортивные тренажеры стоят в этом помещении. Не знаю, что это было, магазин. Но в войну здесь была какая-то контора была. Типа тюрьма, что ли. Вот так вот как-то рассказывали. Это вот территория прокуратуры. Новое здание, которое было построено. Сейчас уже оно законсервировано. Здесь никого нет. Это тоже здание прокуратуры было. Именно прокуратуры. С этой стороны, где были дома по улице Советской, парк с табличками городов, населенных пунктов, которые были снесены, ликвидированы. Здесь вот билетные кассы на все виды транспорта были. Вот такой вот дом приметный. У меня есть видео этих фрагментов, но попросил подписчик, который проживал в Чернобыле, я ими вот эти вот помещения снял. Вот снимаю. Может, он что-то вспомнит, расскажет про эти помещения. Вот книжный магазин, вроде бы говорили, был. Вот такой вот книжный магазин. Если кто-то знает про эти помещения, расскажите, интересно будет. Вот тут такая ситуация уже в Чернобыле, и спросить ни у кого, народ вымирает. Вот это помещение, если помните, расскажите. По улице Советской. Вот двухэтажное здание. Я чуть ли не бегом бегу. Был какое-то время магазин здесь на первом этаже. Вот продовольственный. На родине называли его аптека. Понятно по смысловому содержанию, что это за аптека. Вот угловой домик, зелененький, старый. Это ресторан Припять. Была столовая. Здесь кормили ликвидаторов. Я еще здесь пытался в свое время. Сейчас это дело сейчас закрыли. Хотели сделать помещение специальное для иностранцев, чтобы они здесь свои деньги прожигали, когда на экскурсии приезжают. Поставить здесь боулинг, всякие игры азартные. Короче, развлечения по интересам. Вот площадь Чернобыля центральная. Это здание дом будет двухэтажное. Сейчас тут магазин перенесли. А вот это кинотеатр, про который вы говорили. Украина. Делали здесь кафе на первом этаже. Сейчас это сделали музей. Вот слева
это ресторан Припять. А вот на этом месте, говорят, был универмаг. Вот его нет уже. Осталось вот такое вот место от универмага. Про этот универмаг мы не спрашивали, не знаю. Ну вот, о нем такая информация. И вот еще раз показываю вам кинотеатр «Украина». Чернобыльский чугунно-литейный завод. Ну, пожалуй, такой кратенький репортаж. Всего доброго, обращайтесь, буду снимать.